Давай еще раз вместе пройдемся по трем таких добавочных шили для фансун, фансунфа методы. Первое — водоворот. То есть мы с усилием вращаем воду вокруг себя. Хорошо укрепляет, прорабатывает поясницу. Вся спина. И плечи. Здесь мы учимся расслаблять. Внутренняя составляющая мыслеобраз — вода, она плотная, мы быстро не можем делать, кисти гибкие. Опять же, ротация. Здесь то же самое. То есть я работаю ладонями здесь и здесь. Следующее — махи. Здесь какие бывают чуть-чуть назад ошибки, когда слишком постепенно руки ближе-ближе. Ну, все-таки вот такая позиция, не вот здесь, а вот здесь. И стараемся сохранить руки по сторонам. Вот с позиции силы, как будто большой шар. Да? Как вот мы начало бошу или кайхэ. Следующее — махи. Одна рука по оси, вторая 45 градусов назад. Примерно на уровне бровей, ну, до макушки, может быть, где-то вот в этом диапазоне. Важно, чтобы выше уровня плеч, чтобы разобраться с тем, что когда рука поднимается выше плеч, у нас плечи остаются внизу. Максимально широко, амплитудно, мысленно, далеко туда запускаем руки. Здесь на вращениях тоже широкое движение, широкое, как будто руки большие. Усилие от стоп. Третье — вращение внутрь наружу. Значит, вот как сейчас мы разобрались, если одной рукой показать, полное вращение вокруг своей оси. Вот это ротация, ло сюн ли. И здесь обратно. Здесь движение напоминает сотуке, да, то же самое, биомеханика. А здесь как гэдамбарай, да. И мы вот эту составляющую, для начинающих лучше одной рукой делать. Подключаем сюда работу телом от стопы. Тоже максимально широко, здесь примерно на уровне лица, здесь на уровне живота, вот где-то вот до сюда. Другая рука. Плечи не напрягаем. И двумя руками попробуем. То есть по координации, если сюда вращение, вот эти вращения прочувствовать. Вращение. Это вращение внутрь. Домашнее задание. Всегда идет какая-то доводка, доработка. Общая форма. И потом, вот как у нас на стажировке, мы имеем возможность уже отдельно у каждого посмотреть. Бывает, что в общей группе всех деталей там невозможно. И там много людей, разные задачи. Поэтому в течение обучения все время какие-то детальки, они ускользают, и мы с ними работаем. Вращение наружу аналогично, одной рукой можно попробовать. Вот у меня вращение сюда, вот вращение обратно. Вот получается. То есть не просто вот так, а нужно максимальные вот эти углы, ну почти близкие к максимальным вращательные данные. Ну, естественно, следим за плечом, чтобы плечо было мягкое. Задача понятна. Ну, давай немножко промыть. И другой рукой раскоснулись. Чуть-чуть. И... То есть, помимо того, что мы в целом делаем в трех плоскостях вот эти движения, которые помогают расфансуне тела, мы во всех вещах прорабатываем ло сюн ли, то, о чем говорили. Это внутрь сейчас, а наружу, наружу. Это внутрь ты сейчас делаешь, да. Угу. Вот. Ну и попробуй двумя руками немножко, да. Если в чистом виде ротация сейчас будет ускользать, это как домашнее задание будет. Если, скажем, мой старый вариант,
то без проблем. Ну вот, с вращением. Ну вот, да, да. Ну все. Если здесь вращение есть, просто мы увидели, что здесь не было вращения. Не акцентировали внимание внутрь. Только с этой стороны, да, проблема. Ну, если вращение внутрь, все просто. Ты же занимался 7-й Q. Сотуке. Сотуке. Ну, только есть шута. Сотуке позиция. Вот, все. Ну, а вниз тебе обратное вращение просто нужно дать. Гаденбрай. Как Гаденбрай мы делаем, да? Просто что тормозит, то, что наверху, допустим, зачерпываем, внизу ребром отводим. А здесь наоборот, да? Большим пальцем. Да, вот здесь тоже. Внизу зачерпываем. То есть, получается, надо в эти элементы вписаться и вращение между ними давать. Вписаться надо. Да. Задание ясно? Хорошо. Ну и дополнительно потом это все можно еще позиции нинбабу. Ну и выше пилотаж на шагах. Да, то есть на шагах вот он так будет. Так, пример выглядит. Это внутрь. Переходы наружу. И уже в свободной форме. Вот на первый дуань нужно вот это свободными формы фансунфа с переходом в одну в другую уметь делать. Без напряжения, легко. И это широкие, все маховые, вращательные движения, они способствуют расслаблению. На ученических уровнях в целом знакомство есть, примерно делают хорошо. Потом постепенно добавляем детальки.